каждую из нас привлекает такой формат, и мне также было интересно, я изучила составы и решила сделать обзор. Это ампулы, в которых содержатся сыворотки. Каждая из них имеет концентрированный состав и направленное действие. Конечно, я выбрала такие, которые дают антивозрастной эффект. Всю косметику я получила непосредственно от самого бренда La Cabine, это испанский бренд. Начну с сыворотки, в составе которой мы видим 5 различных типов очищенной гиалуроновой кислоты. Давайте о них расскажу поподробнее. 3D гиалуроновая кислота – это формула со связанными молекулами и образует трехмерную структуру, которая защищает кожу от повреждений. Высокомолекулярная, инкапсулированная, проникает в самые глубокие слои кожи, заполняя морщины изнутри. Средняя молекулярная масса увлажняет средние слои кожи. А вот низкомолекулярная, которая называется супер, улучшает уровень влажности кожи и обеспечивает более высокую скорость впитывания продукта. На практике это так и есть. Гидролизованная очень чистая, и я недавно о ней рассказывала и отметила, что именно такая ее форма с чрезвычайно низкой молекулярной массой будет по-настоящему эффективной. В составе также присутствуют церамиды. Они надежно запечатывают гиалуроновую кислоту и обеспечивают наиболее длительное увлажнение. Давайте покажу способ применения. Перед тем, как начать использовать, встряхиваем ампулу, разламываем ее при помощи аппликатора. Далее устанавливаем дозатор, переворачиваем, извлекаем небольшое количество и обращаю ваше внимание на то, что каждую ампулу мы будем использовать несколько раз. С этой целью в комплекте идет подставочка, где ампула будет надежно ждать следующего применения. Распределяем. Текстура легкая. Обращаю ваше внимание, что она дает действительно моментальный эффект разглаживания. Это удивительно, но это факт. Лучшая гиалуроновая сыворотка в моей практике. В составе помимо гиалуронового комплекса молочная кислота и олеиновая кислота. Первая является гарантом некой медогенности, а вторая – это смягчение кожи. Далее ампулы с ботоксоподобным действием. Конечно, основную роль играет пептид из группы миорелаксантов, создает эффект ботокса, расслабляет, не затрагивая нашу мимику, в отличие от инъекций. Я много лет не колю ботокс, но использую косметику с такими пептидами, и многие пишут в комментариях, что у меня нет морщин, потому что я вся обколотая. Но нет. Если вы постоянно в той или иной степени применяете уход, в котором даже в небольшой концентрации есть пептиды миорелаксантов, то морщины постепенно разгладятся, и лицо ваше будет более спокойным. Это очень важно. Большую часть всех наших морщин действительно формирует наша мимика. Рекомендую наносить сыворотку на чистую кожу и сосредоточиться на самых проблемных участках. У меня это лоб, межбровная морщина и не только. Лоб очень любит отражать наши эмоции, так у каждой там большое разнообразие. Я втираю прямо в заломы и наношу на те участки, где мимика особенно активна. Ну и про гусиные лапки не забываю. Еще хочу дополнить то, что при создании сыворотки применялась фосфолипидная технология. Это транспортная система доставки веществ посредством липосом на клеточном уровне путем заключения активного вещества в липосомы, в такие капсулы. В Telegram вы можете найти мою статью по этой теме, думаю, вам будет любопытно. Текстура также легкая, и чем легче, тем лучше впитывается. Третья сыворотка, концентрированная с коллагеном. Это и стимуляция выработки коллагена, и сам коллаген. В ней содержится чистый коллаген, как вы знаете, заполняет морщины, делает кожу более увлажненной и плотной, обеспечивает ей упругость и делает более четким овал лица, предотвращает появление новых морщин и потерю эластичности. А также в сыворотке содержится пептидная группа, которая стимулирует активность фибропластов, увеличивает динамику клеток и организует, сужает сеть коллагеновых волокон, увеличивая плотность и упругость кожи. В частности, это тетрапептид, основанный на восстановлении биологической архитектуры вашей кожи, регулирует 9 различных видов коллагена, уменьшает морщины. Биометрический трипептид имеет двойное действие. Он повышает содержание коллагена и защищает его от разрушения. А также сквален
Он обладает увлажняющими свойствами и помогает предотвратить потерю влаги. L-карнозин защищает структурные белки, оберегает клетки от вредных соединений. В конце хочу еще добавить, что в каждой ампуле 2 мл, в упаковке 10 ампул. У Лекобин в линейке есть еще другие сыворотки. Надеюсь, для кого-то это видео было полезным. Вы узнали нечто новое. Всем спасибо большое за внимание. Всех однозначно целую. И до новых встреч!